Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре Samsung UE85AU8070UXRU. Ссылки на магазины с лучшими ценами на эту модель я оставлю в описании. Подписывайтесь на наш канал и включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе выхода новых видео. А если ролик вам понравится, то поставьте лайк и напишите комментарий. Диагональ экрана 85 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка HLED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц. Кристально чистый реалистичный цвет, технология Dynamic Crystal Color. Погрузитесь в изображение с миллиардом цветовых оттенков. Динамичный кристально чистый цвет обеспечивает исключительную реалистичность и детализацию изображения. Реалистичные цвета в 4К разрешении, процессор Crystal 4K. Интеллектуальный апскейлинг до 4К позволит вам смотреть ваш любимый контент с более низким разрешением в сверхчетком разрешении 4К. Кроме того, благодаря улучшенной технологии обработки цвета вы получите удовольствие от реалистичной цветопередачи. Оцените реалистичность изображения в формате 4K UHD, 4K разрешения. Экран 4K UHD телевизора содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с экраном Full HD телевизора, благодаря чему вы видите исключительно четкое изображение с превосходной передачей мельчайших деталей. Теперь вы сможете различить в каждой сцене мельчайшие детали. Увидеть детали в самых темных и светлых сценах, поддержка HDR-контента. Технология High Dynamic Range увеличивает диапазон яркости экрана вашего телевизора, благодаря чему вы сможете оценить все богатство цветовой палитры и великолепную детализацию даже в самых темных и светлых сценах. Сейчас вы можете увидеть углы обзора телевизора по горизонтали. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента с данной модели телевизора 358 см. Более тонкий и изящный, чем когда-либо. Дизайн Air Slim. Дизайн Crystal UHD отличается ультратонким профилем, что позволяет телевизору легко вписаться в любой интерьер и стать предметом его декора. Фиксируется на стене без зазора, настенный кронштейн Slim Fit. Теперь минималистичный дизайн вашего интерьера реализован именно так, как вы его задумали. Благодаря простому в установке настенному креплению Slim Fit, ваш телевизор плотно прилегает к стене и естественным образом вписывается в ваше пространство. Избавьтесь от проводов, решение к Cable Solution. Аккуратно уложите кабели, чтобы они не загромождали окружающее пространство и не портили красоту вашего телевизора. Размеры телевизора 190 см в ширину, 109 см в высоту, толщина 2,7 см, вес 41,5 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление VESA 600 на 400. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.2. Input lag при разрешении 3840 на 2160 достигает 10,9 миллисекунд. Улучшенная плавность движения для четкости изображения, функция Motion Accelerator. Оцените четкость изображения и высокое качество. Телевизор автоматически анализирует каждый кадр и оптимизирует его. Работайте и учитесь дома. ПК-ТВ на экране. Наслаждайтесь каждой возможностью того, что вы можете сделать. С легкостью получайте доступ к своему ПК, ноутбуку или мобильному телефону с экрана телевизора. Универсальный пульт ДУ с заботой об окружающей среде. Пульт дистанционного управления на солнечной батарее. Новый пульт дистанционного управления на солнечных элементах делает управление всеми внешними устройствами проще и одновременно помогает заботиться об окружающей среде. Он изготовлен из переработанных материалов и работает на солнечной батареи, благодаря чему может самостоятельно заряжаться от внутреннего освещения дома. Гармоничное сочетание телевизора и саундбара, режим Q-Symphony. Окружите себя гармоничным звучанием телевизора и саундбара. Уникальная технология Q-Symphony позволяет динамикам телевизора и саундбара работать синхронно, обеспечивая лучший эффект объемного звучания. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамиков. Звук можно передавать по Bluetooth. На эту модель я нашел только несколько положительных отзывов. Хорошее изображение, яркие цвета, голосовой пульт, смарт-ТВ.
Ссылки на магазины с лучшими ценами находятся в описании. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, а также писать комментарии и включать оповещения о выходе новых видео. Мне будет очень приятно. До скорых встреч в новых обзорах!